боже. Небесный Отец, помоги нам стать орудиями в Твоих руках, чтобы могли мы исправить сломанное. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Женщина и ее годовалый ребенок были убиты в их собственном доме. Мы просим общественность о помощи. Мы не из тех людей, которые обычно запирают свои двери. Но в данный момент мы считаем благоразумным ошибиться в сторону осторожности. Обстоятельства указывают на вещи и убеждения, о которых говорят только шепотом. Я не копаюсь в прошлом. И вам не советую. Любой, кто видел ее в первый раз, оказывался на крючке. Зло присутствует в его семье. Что, если это дело не о муже, который отвернулся от своей жены? Что, если случившееся сегодня ночью – это первые проблески останков, скрывающихся на дне нашего сознания? Руки вверх, сейчас же! Это выходит за рамки простого убийства. За пределы того, во что я верю. Под знаменем небес.